Приветствую вас, и как, наверное, вы понимаете сами, что спорить с вашей девушкой нет смысла. Она решила, таким образом она пришла к такому выводу, и если вы будете стремиться ее переубеждать, то хорошего из этого ничего не получится, потому что вы настроите только лишь ее против себя. Это не приведет к чему-то позитивному ни в ваших отношениях, ни в вас самом, а что касается ее, она еще больше утвердится в том, что ее мнение правильно. Более того, если вы будете настаивать на сближении в физическом плане против воли девушки, то она посчитает вас похотливым животным и не более того, что лишь еще сильнее оттолкнет вас друг от друга, в частности, вас от нее. И что можно сделать в этой ситуации? Во-первых, понять нужно, что толкнуло девочку на такую мысль. Какое жизненное обстоятельство, какая теория, какие взгляды заставили человека так изменить свое мировоззрение касательно секса. И во-вторых, вам необходимо сейчас внешне, вот чисто внешне принять ее позицию. Почему? Потому что если вы любите ее, то у вас нет другого выбора. Без принятия априори человека нельзя сделать так, чтобы он вам доверял. Без доверия мнение ваше и мнение других людей, каким бы оно ни было, ничего не значит. А если вы сможете убедить девушку в том, что вы приняли ее решение, приняли ее взгляд и обсуждаете с ней этот взгляд, разговариваете с ней об этом, она расслабится, перестанет ожидать, что вы будете ее как-то переубеждать, да, перестанет ожидать, что вы как-то будете ее там направлять на другой путь и так далее, и она начнет с вами делиться. Она начнет и вас тоже направлять на этот путь. Потому что человек, который принимает подобного рода взгляды, нужны сообщники. Нужны единомышленники. Без единомышленников человек чувствует себя одиноким, как правило, и начинает сомневаться. Ну, это как с адептами веры. Вот, если взять адептов какой-нибудь веры, ну, не официальной религии, а вот любые там секты какая-нибудь или что-нибудь такое, да, вот. Ходят агитаторы и кричат, типа, давайте к нам, там, обращайтесь в нашу веру и так далее. Почему? Потому что им нужно, чтобы вокруг все думали так же, тогда они чувствуют уверенность в себе, в своих взглядах. А если нет, то они начинают сомневаться. Вот и вам нужно сделать именно так. А принять ее взгляд, показать ей, что, ну да, хорошо, вы принимаете ее точку зрения, окей. И потом в процессе общения с ней выявлять у нее слабые стороны у ее теории, и на эти слабые стороны обращать у девушки внимание. То есть спрашивать, вот скажи, дорогая, а вот как же так, вот ты говоришь вот это, а вот тут так, то-то. Показывайте ей на ее неточности, и тогда при условии общего принятия ее взгляда, в ее взглядах, у вас есть шанс заставить ее сомневаться, заставить ее задаться вопросом и, как следствие, изменить свою точку зрения. На это нужно время, терпение, выдержка, но только так можно
Ну, скажем так, только так можно поменять мнение человека, при этом не рассорившись с ним. Потому что с точки зрения психологии выбор лично каждого. Вот как ему жить. Вот хочет человек жить без физического взаимодействия с любимым, с партнером, с любыми людьми вообще, это его право. Психология может помочь только тогда, когда имел место негативный опыт. Вот, допустим, ваша девушка была с кем-то, с вами, или, может быть, с кем-то еще, или разговаривала о сексе, или видела что-то связанное с ним, или как-то еще нарушили ее границы, и это ее травмировало. То есть был какой-то эпизод в жизни, который заставил ее задуматься об этом. И вот этот эпизод можно проработать. Можно его разобрать. Но опять-таки, если девушка не хочет сама разбирать его, не считает это проблемой, а проблемой считаете это вы, то тогда, конечно, ситуация несколько сложная, потому что вам, по сути, придется через, значит, себя переносить, грубо говоря, на нее то, что скажут вам специалисты. Но поскольку девушка воспринимает вас как своего мужчину, как друга, да, то то, что вы скажете ей, будет восприниматься через призму вот этих вот отношений. А сама специалист, она не пойдет, потому что причины не видит. Но постепенно, как я уже говорил, если вы можете отыскать первоначальный момент, которого она начала мыслить вот в подобном направлении, то можно, это поможет отыскать и причину тоже. А найдя причину, на нее можно, соответственно, что есть причина. Причина есть событие, на которое у девушки появилось мнение, появился взгляд, аргументированный чем-либо. Соответственно, вам необходимо этот взгляд принять, чтобы прошел вот этот вот пик стремления доказать, чтобы новизна идеи спала, чтобы все успокоилось, и тогда уже, ведь желание-то все равно никуда не девается. И ну, решила девушка жить платонической любовью, хорошо, но от себя-то не убежишь. Инстинкт-то все равно как бы заявляет о себе. И если в этот момент грамотно подлить масло в огонь и посеять сомнения, то лучше мысль можно девушку обратно, так сказать, переманить на сторону более активного физического сближения, так сказать. Так что здесь все зависит от вашего поведения, от того, как вы себя поставите. Но думаю, что поведение вызывающее, агрессивное, противоречащее, оно ни к чему хорошему не приведет, к сожалению, в данном случае. Потому что формально девушка имеет право распоряжаться собой и своим телом так, как она хочет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи. Всего доброго.